Саратовской области полицейскими проведены рейды с целью выявления, пресечения преступлений и правонарушений в сфере миграции. В рейдах помимо сотрудников служб и подразделений полиции задействовались представители ФСБ, прокуратуры, Следственного комитета и работники районных военкоматов. За три дня проведения мероприятия проведена проверка 170 мест проживания иностранных граждан и более 50 объектов осуществления ими трудовой деятельности. По итогам рейдов возбуждено 14 уголовных дел, в том числе по фактам фиктивной регистрации по месту жительства в жилом помещении в России иностранных граждан. Помимо этого, полицейскими выявлено 232 административных правонарушения в сфере миграции, наиболее частыми из которых стали нарушения порядка осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами и нарушения паспортно-регистрационных правил. По результатам рассмотрения указанных административных дел на правонарушителей наложено штрафов на сумму более 400 тысяч рублей.